В администрации Сиверского района прошло экстренное совещание по водоснабжению. Провел его глава муниципалитета Андрей Дорошевский. Присутствовали главы поселений и руководители предприятий сферы ЖКХ. Ситуация с водоснабжением в районе достигла критической точки. Закрыты несколько детских садов. Жители жалуются не только на перебои с водой, но и на ее качество. Наиболее остро проблема стоит в Сиверском, Черноморском, Ильском и Смоленском поселениях. Главные причины – недостаток полноценно функционирующих скважин и изношенность водопроводных сетей. Не хочется, конечно, эксперименты проводить, но давайте сейчас все соберемся и трое суток посидим в моей квартирке без воды. Что будет делать? Или хотя бы сутки. А у нас люди некоторые сидят такое время и ждут, и спасибо им, что они терпят и выносят тяготы и решения. Поэтому мы с вами сегодня и собрались, чтобы не просто тут поговорить, а выработать определенные действия, принять решения, понимать, что мы будем с этим делать. Участники совещания обговорили состояние каждой скважины, необходимость ее ремонта или замены оборудования, ремонт порывов, а также финансовые вопросы. Важно не только восстановить водоснабжение, но и своевременно оповещать жителей об отключениях на время ремонта. Возьмите на контроль по оповещению граждан и по отработке обратной связи, потому что когда пишут обращения, причем, я так понимаю, когда уже люди не находят понимание ответа у себя, вот поселение, начинают уже обращаться, звоните мне, писать тоже мне. По каждому вопросу обговорили сроки решения. А пока жителям проблемных участков района должны организовать подвоз воды. Ход работ Андрей Дорошевский держит на личном контроле.